I'm the bad guy. Duh. Справа еще есть. Минус три. Батеч, спасибо огромное. Звали тебя. Достойные соперники. Ну каска же меня здорово палит. Чего тут забыли-то? Вот не хотел умирать. Не надо! Там эмка простая была, глушеная. Злые какие. Листа-то обижают. Так вот, осторожненько ходят. Мушка непонятно, потому что это контролировал, ждал. А другой при этом носился. Двое. На балке. Окей. Допустим. А. Вот так же можно. Убил, но у меня патронов нет. Уйди! У нас еще один есть. Или нет? Убил? Это был ЧВК Лол. Не умер. Вы видели, он прям телепортнулся из-за угла. Здравствуйте. Подожди, вот. А там тоже патронов нету. Спектакль окончен. Оркестр прощается со всеми, но у него ключа нет. Thank you.
What the fuck am I doing here? Ага, он надо мной, он погрузчика. Моя любимая нога. Больно же, блин. Отпиту! Че пукаешь? Почти каждый стрим. Готов. Ну, почти, братан. Чувак в табе сидел. Ладно, у меня другой вопрос. Мы нашли одного. Где еще? Вот здесь же кто-то был, кто-то дверь эту открыл. Какие агрессивные представители нас тут караулили, увековечил. Турбогуин первого уровня. I'm Nash. Ладно, пацаны, не трогаю ваши ПМ. Прикольно, опять три части тела повреждены. Грудь, две руки, броня убита сразу. Как они это делают? Вышел на охоту. Не остался без ног. Злой, страшный ЧВК. В лабе меня убивает. Грустно. Прости. Угу. С камня стреляет. Больше не стреляет. И вот такие нюансы, они приходят с опытом. То есть позиция, где чаще можно найти соперника, а где реже. Нехорошо, ребят, нехорошо. Тут пришел, кстати. Там враги. Далеко не бегай, ноги выбиты. Надеюсь, у меня патрон. Не хватило. Ай! Ну только новый алтын нашел. Ну зачем? Счастливо? Это можно в превьюшке, кстати, использовать. Ага, вижу, у забора. Убил. А где твой ТТ? Вот. Видишь, наш человек. Еще стреляют. По тебе? Нету, сверху у забора враг. Я его не убил. Привет, бойцы. Денис на связи. Огромное спасибо всем, кто был в онлайне. Но если по какой-то причине ты пропустил, вот тебе нарезка самых интересных моментов. За эту неделю их скопилось немало. Будет еще две части, где мы будем играть за Дикого и в основном на лаборатории.
Ну и мое уважение всем, кто поддержал рублем. Вот эти ребята. Услышимся. Пока.